Так, ну что? Что? Были на рельне удалили. Urban Strike проехал. Робокоп не на. Golden X2. Или Farm Mustang тоже хорошо. Только не Тинтин. Нет, не надо. Лучше Fire Mustang. No, God! No, God, please, no! 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 Чёрт, какой Тинтин, ну серьёзно. Тинтин. Тинтин. Это очень плохо. Тин-тин, та еще дресня. Еще и жопу выносящая. О, божечки ты мой, а? Да за что? Да какой Тин-тин-то? Ну, камон, ну что такое? Ну как вообще могло так повести-то? А, да, это супер говно, еще и супер сложное. Черт. Тин-тин, пощади. Не, ну будем его, конечно, на изи проходить. Конечно. Ну уж на других сложностях его хрен. Его на изи ты хрен пройдешь. Так, где там English language? Так, опции. Не, да, давайте изи. Не, пасворды есть, ага. Хорошо, хорошо. Ну, блядь, началось. Боже ты мой. Так, что? Чё? Ага, только прыгать умеет. О, ты даёшка. Да кто ты бросаешь-то за... Чем? 3 хп? Серьёз, 3 хп? А, может тут стоять. Ты зачем груз ты выкидываешь? Алло, из вагона, мужик. Ты что, дурной? О, ашкеты воруют. Здрасте. Нет, не здрасте. Здрасте. А что с шрифтом-то случилось? А это так и должно быть? Типа, ну он же не читабельный абсолютно. Жизнь. Ага, ты прыгать не умеешь, да? Так, а нести? Отлично! Ну, конечно, прям под пар, да, молодец. Да, ёпта. Серьезно. Серьезно. Так, ладно, не спешить. Ага. Вот тут поспешим, дальше пойдем. Так, нет, шкет, не надо. Блин, а Golden X был так близко или Fire Mustang. А? Ох, как было бы хорошо. За часик бы Fire Mustang прошли, а то и быстрее. Это же просто легенький шмат. А могли бы эту. А, в смысле, ты не берешь.
А что? А мог бы Golden Axe это сделать? Он, конечно, не быстрый, зато крутой. Но нет, да, естественно. И да, конечно. Я, наверное, жопой зацепился. А как мне... А, понятно. Мне ж понятно. Чел, ну запрыгни. А ты не можешь... Серьезно, ты не можешь запрыгнуть. Ну, то есть, ну, серьезно. Ты же с нее ростом. Ты прыгаешь прям на нее. Так, а если с разбега? А, разбег. Что? В смысле? А как? А как и должен был? Не... Я как-то плохо понимаю. Мне нужно один на этот... ящик с собой взять? Не-не. Нужно ящик с собой? Так, ну, возможно, следующий. Так. Ага, ву. Ну, почти успел. Так, я хочу же... А тут еще и на время. Ой, что ж ты такой дерганый-то? Чил. Ладно. Он просто не допрыгнул. Ага. Вот это прыжки. Иисусе Иисус, да боже, шо ж ты за говно-то такое, конечно. Кто, зачем ты выкидываешь мой груз-то, алло, мужик, ты что, дурак? Донес. Похрен на эту жизнь. Вообще обосрать. Вот вообще. Так. Прыгаем. Так. Отлично. Охренеть, тут прыжки-то какие. Ну, а ты побыстрее плыть не можешь? Там уже, ну, уплыл он. Не? Что? Типа, а вот сразу, чуть раньше, там, на один прыжок прыгнуть в воду нельзя, да? И поймать этого чела. Нет, надо дойти до конца, увидеть, что он его унесло, и только после этого прыгнуть. Нет, ну, да. А можно побыстрее плыть, чел? Воу. Так, спасли какого-то чела. Ага. Ай-яй-яй, хрен чё поймешь. Тин-тин, да. I'm Chunk. Серьезно. Ну серьезно, меня просто ушатали дверью. Четыре процента комплит? В смысле сначала? Ну с какого сначала? Да ёп...
Стен, ты что, серьезно, что ли? О, боже. Опа, помей вообще. Так, ну а первый уровень теперь нормально проходится. Так, и этот берем. Кидаем. И прыгай. Чел, прыгай. Чем ты задел-то? Какой частью тела ты задел, пар? Так, как мне допрыгнуть до жизни? Это что это за прыжки у тебя? Но ты же запрыгивал. Да, ну что ты прыгаешь-то? Так. Да почему ты прыгаешь, как легкоатлет на 30 километров вперед? Ёперный ты по голове, какого хрена? Прыгает он с места, летит уже. Безо всякого разгона, просто это обычный прыжок, а с разгона делает такое же, да? Ну, говори ты с ним. Бери. Кидай. Можно мне взять жизнь? Хоть как-нибудь. Так. Как вот теперь... Да прыжки. Да чел, ну в чем твоя проблема-то? Я не понимаю просто. Это же какой-то ужас. Так. Бам. Ага. О, получився. Оп. Отлично. Да. Плывем. Фух. Так, ну одну жизнь всего лишь просрал. Ну быстрее, да плывей ты. Плыви ты быстрее. Как интересно. Да и господи, уйдите. Что это за деревья-то в реке? Ну что это за деревья? Что? Блять, не должно быть деревьев в реке. Мичел мог бы вообще за деревья зацепиться и все, и ждать на них. Чилить. И что? Вот что тут нужно сделать? Куда идти? Зачем идти? Так, не сюда, понятно. Так, миссия, не? Капитан, не? Капитан, не, алло. Блядь, вот это вот, что тебя дверьми ушатывают тут официанты. Вы серьезно, что ли? Так, допустим, сюда. Так, здрасте, что у вас тут? Да, 70. Сука, безумные чемоданы убивают.
Да какой ужас, да... Что-то там, где-то что разбилось. А где собака? Но он вниз не уходил. Как я должен от собаки увернуться? Ну быстрее, спрыгивай ты по лестнице. Что ты еле прешься? Так, тут он уходит вниз, а там он не уходил. Ну кто так пылесосит-то? А, нет, не надо, не убивай. Так. Нет, тут он не уходит. А тут уходит. Так, да. Вот куда теперь идти? Капитана, что ли, опять? Уходит. А теперь уходит. То не уходил, а теперь уходит. Ага, безумный чемодан. Так. Нет, ты что? Так, ну, допустим, если вперед пройти. Ага. Блять, ну это же отель. И что? А, тут опять собака-убийца будет, да? Нет. Мне кажется, я круг прошел, не? Что-то у меня такие подозрения есть какие-то. Так, ладно. Полезли наверх тогда. Но что? Но куда? Так, ладно, побежим. Два брата. Да сука. А, это не круг был, это... Вот и что делать-то надо? Что? Ну, допустим, я сейчас вниз спущусь и новости о Катманду, разбившемся самолете. Послушаю. И что? И куда? Так, ну попробую обратно к капитану припереться такой, типа, здрасте. Да куда ты в собаку-то прыгаешь? Ну, конечно. Конечно, собака-то с разбегу просто дверь выбивает. Тем более такая мелкая. Она-то, ух, дверь просто выносит. Так, ну попробуем сейчас обратно к капитану. Сука, а как тут выжить-то? Так, нет. Ага. Так, мистер капитан. Не, ну конечно, тут, ну все сразу понятно, что делать, да? Вот все вообще понятно.
Узнал новости, что самолет упал. Ну, типа, и все. И все, и ну хорошо. Узнал и узнал, молодец. А где мой пароль? Игра, за что ты даешь пароль? Где мне его найти? Пароль. Просто где я должен пароль находить? О, боже, ну и говно. Ну, конечно. Бери. Так, оп, отлично. Так, можешь я... Ну ты серьезно, ну... Блять, это просто жизнь, ну нереально взять, я не знаю. Тут он просто не прыгает. Блять, ну как это могло прийти в голову так по такой платформе-то прыгать? Что это за бред? Еще меньше не могли платформу сделать, по которой прыгать нужно? Непонятно зачем. Он не допрыгивает. Я не понимаю, как взять жизнь. Может, мне не вперед, а назад надо, чтобы жизнь взять? Ну, а назад-то я не пройду толку. Толку от того, что я назад. Да, конечно, ты прыгнешь-то вперед. Конечно. Да, молодец, чел. Они в этой игре даже не могли нормальный прыжок сделать. Прыгает как хер знает кто. Да пошел ты. Вот как до жизни-то добраться? Просто как? Откуда мне это сделать-то надо? Ну сюда он не залазит. А отсюда не запрыгивает. Чё вообще происходит? Просто непонятно. Да ёпты, ничего, блядь. И цемент в ботинках у него, что он скользит.
Спасибо. Да, ну я же нажал. Бери давай ящик свой сраный. Ну естественно, естественно, да. Так, наверх он его не может. Ну а он не допрыгивает. Я просто не понимаю, как взять жизнь. Нет. Нет, это что-то непонятно. Да и та не хер с тобой вообще, чел. А вот просто за деревья нельзя было зацепиться и ждать, пока тебя спасут. Это же... Блять, три жизни, ни одного конта. Ни хрена нету, блять. Он прыгает как сумасшедший. Не пойми, что тебя бьет, куда идти. Да, играйте вперед, да. Наши игры самые лучшие. Какое же говно-то опять. Что вот жизнь, ну как ее взять-то, просто как, что надо сделать-то? То есть серьезно? Вот это не хитбокс, да? Угу, да. Понятно, да, хорошо. Ясно, понятно, очень хорошо. Просто классные игры делаете. Да, господи. Интересно, вот эти вот дресня тоже мне дамажат? Что? Как я задел дерево? И почему он в нокаут от дерева отлетел? Ну, не нокаут, ну, типа, отлетел от него. Ну, серьезно. Так, ладно. А если после вот этого сообщения прибежать вправо до конца? То есть вот сейчас мы влево бежим, а там вправо, потому что вправо наверху я был, и влево наверху я был. Остается только вот это. Блять, безумный чемодан.
Так, собака. Ну, не триггеришься? Во. Так, да, новости узнали. Так, ну попробуй теперь вправо до конца дойти. Главное, чтобы собак не ушатала. Ну а что? Ну как? Ну как это работает? Охренеть вообще, да, все отлично работает тут. Нет, собака, это со своим чемоданом сраным. Ну, да, естественно. Нет, не врезайся в собаку. И она сразу же вышла. Ну сразу же. Да, конечно, конечно. Ну, кто? Кто будет? Ага, опять тетка. Хорошо. Опять, да ну зачем одно и то же-то делать? Что? В смысле? Блять, ну я же перепрыгнул эту сраную собаку. Я же ее перепрыгнул. А как мне собаку доджить, если в ее припрыгнуть нельзя? Вот, ну что это за игра? Ты подошел к телевизору, тебе говорят, да, то-то все. И чё? И что? И что? И куда идти? Как я должен понять? Что вообще делать дальше? Что это за срань-то полная? Да нет, чемодан. Он то садится, то вниз бегит. Что? Не. Ой, все просто. Уйди вниз.
уйди, алло, что ты делаешь? Почему ты садишься? Так. Блять, то есть, если сразу пойти к капитану, нет, нужно дойти сюда, узнать, что письмо, которое мне у капитана, только после этого идти обратно к капитану. Блять, да ты серьезно, ты что, дурак? Почему ты не идешь вниз-то? Зачем ты приседаешь-то там? Так, и обратно к капитану идти, да? Угу. Так, ну вроде все. Видите, капитан в другом месте. Он в другом... А где его должен искать-то? Вы что? Еще и время, блять, да это, да что это за дресня-то вообще конченая? То есть ты бежать не можешь, потому что здесь дамажит вообще все. Ты хер знает куда идти, и так тут еще и на время. Ну что может быть лучше, конечно, да? Просто отлично. Игра богов. И ты тут не можешь бежать, потому что вот, все, жди. Перепрыгнул? Жди. И он еще садится вместо того, чтобы вниз бежать. Так, а где мне капитан? Ну, капитан, получается, справа вверху. Уж больше места нету. Либо он около телевизора тусуется. Как? Как я должен определить-то это, где капитан будет? Это же нигде не пишут, нигде ничего не указывают. Просто иди куда хочешь. Может, где-нибудь что-нибудь найдешь, да. А может и нет. Просто одно предложение тебе говорят и все. Так, ну возможно тут. Угу, тут. А можно мне пароль как-нибудь? Что тебе надо? Relocation shop?
Сын укажет направление. Так, тут ни жизни, ни хрена вообще нет. Так, чел, ты кто? Это ты? Ой. Не, иди ты в жопу, играй.